знали, куда пойти. И сегодня это будет видео для картинолюбителей, потому что сейчас, ну, будет меньше разговора, будет просто картина. Мы пришли на выставку и просто заходим в снежный лес. Тут очень красивая картина. Будто вот прям в природу зашли. Особенно на камеру, потому что у вас тут видно таких пупышек, которые на холсте. Очки виртуальной разницы, придумали еще до нас. Взяли, перенесли все на холст, да?
все эти картины были написаны белорусским художником. Эта галерея находится в Минске в Нано Молл. Приходите и можете покупать картины, потому что они реально красивые. А вы были на канале «Куда пойти?». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На канале еще очень много интересных роликов. Ну а всем пока-пока.